Всем привет, с вами Артур, и мы продолжаем проходить Far Cry 4. Меня тут убить пытаются. Ублюдки всякие. Постер с Ван Даммом, это, конечно, круто. Она нравится. Нужен новый подход. Но, мой броничек. Аджай, мы тебя ждем. Все подходят к месту последней битвы. Мы ударим по крепости Пейгана. Будет трудно. Я уже ее снес. Как бы то ни было, за Амитой будущее Кирата. Баб-то сколько в команде. Нам пора ехать. Спасибо за помощь в атаке. Смерть! Мы ищем мину! Полетю, наверное, полетю. Хотя, может быть... А вообще, по-моему, вот эту крепость заходит. Или эту, я без понятия. У него этих крепостей, наверное, вся страна. Забавно будет, если крепость уже зачищена и такой, опа. Это, похоже, явно другая крепость. Пойду пешком. Плохо. Чётенько. Все они со всех сторон бомбят. Ау. Да, тут снайперка, конечно, очень пригодилась бы. Мне вот только интересно, мне помогать будут? О, аптечка. Музыка просто гениальная, надо во все летсплеи пихать. Бессмертные у меня какие-то. Какие-то человечки, можно так? Кто это сказал? Кто это такой смелый? О, аптечка. Огонь!
Жалко, слона нет, а? О, да. И правда, корт. Кому он стреляет? Блин, а тут большая локация. Залетайте. Захват-то в чем заключается? Захватите штаб, захватите арсенал, по-моему, захвачено все. А, вот оно в чем дело. Да, красота. Арсенал теперь наш. Круто. Хорошо упал. Сдавайтесь. Какой же вы чипагу, а? Наконец-то. И новое его место занял. Я не видел, чтоб он призывал, но... Hello. Блин, откуда они лезут, а? Надо просто прорваться туда. Давай.
Да. Неудачно. Блин, да их там вообще просто туча. Чё, всё? Можно наконец-то пробежать? Какие злые ребята, где они? Ладно. Класс. А вы что, издеваетесь? Давай, давай! Они издеваются. Не убивайте своих союзников. Я виноват, что союзники тупые, а теперь все сначала, да? О, да. Ну, хотя бы я теперь знаю, что делать. Смертная тварь, а? Вот дерьмо. Так, тут я пройти ж не могу, отлично. Захват, 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 быстрее. Мы взяли штаб-квартиру. Классно, только тут теперь толпа красных. Ну и теперь, полагаю, мне надо на ту сторону и захватить то здание. Они прям кидают мне свое оружие, чтобы я патроны восстановил. Начинается жара. Все, конец. Кто это у нас тут такой? Кто это? Ну и замечательно.
Надо было сразу так быстро проходить и не отстреливаться вечно. Они планируют контратаку! Держать крепость! Чем держать будем? Не уверен, что это хорошая идея. Хорошо, я в порядке, отличный диалог. Кто-то где-то тут еще есть. А? Они сдались! Крепость наша! Отлично. Разнесите в главу! Золотой Пейган. Сторону дворца. Армия короля контратакует! Прибудем, как только сможем! Я за Пейганом. Ну, посмотрим. Еще и специальную локацию для этого места сделали. Надо что-то говорить, а то музыку не пропустят, скажут, а копирайт, поэтому бла-бла-бла-бла-бла. Хотя, конечно, можно выйти из машины, но, по-моему, она будет играть и не в машине. Так что лучше быстрее доехать, это мой шанс, наверное. Но музыка неплохая, на удивление. Может, я уже привык ко всему этому. Статую разнесли. Интересно, будет наркоманский бой или нет? Hello. Главное, что ужин почти готов. Входи. Прости, что так скромно. Я отослал прислугу домой. Возможно, ты убил их по дороге сюда. Но сначала вопрос. А. С кем я говорю? С сыном, который хочет развеять прах матери? Или с психом, который убил всех, чтобы добраться до меня? Понимаешь, какая штука? В первом случае я скажу, присаживайся. Давай поужинаем, пообщаемся. Хотя,
что-то знакомое. В прошлый раз ты сидел тут. Пол тогда подрубал электроды к соскам твоего дружка. Я стою здесь. И что же я тогда сказал? Да, побудь здесь. Попробуй этого краба. Не уходи. Я скоро вернусь. Так, если бы ты послушал меня и подождал, мы бы отправились сюда вместе и довели дело до конца. Очевидно, это второй вариант. Псих, который меня не слушает и, подобно прочим мартышкам, кидается собственным дерьмом. Но знаешь, начнем-ка сначала. У тебя есть два варианта. Раз, ты убьешь меня. Тоска. Два, мы с тобой ужинаем, а потом отправляемся развеивать прах твоей матери вместе. Решай. Ну, как бы тут надо стрельнуть. Мне для ачивки. Не знаю. И что, и конец, все, правда. Смешно. Ладно, я все понял. Можно увидеть другую концовку? Я просто знаю, какая концовка, если развивать прах, и я не уверен, будет ли она тут такой же. Фейган мертв. Все кончено? И мы победили? Ты нашел Лахшмана? Нет. Я не знаю, что это. Да и не важно. Да. Ты прав. Важно то, что нам надо восстановить Кират. Текущая задача еще не закончена. Я бы хотел бы посмотреть другую концовку, но... Похоже, мне придется идти на YouTube. Если, конечно, не позволят. Салют, сосед! О, мистер Гейл! Че, все походу, а? Никакого больше хардкора? Ты зачехляешь свою ракетницу, да? Да. А мне нравится, что ты тут намутил. Да. Без тебя грустно будет. Но повесь пушку на гвоздь. В дальнем углу. Хотя... Может, ты не все дела доделал? Есть чем заняться? Может, не убил кого? Я о том же, Дональд. Я йоги, дебил. Дунем? Дунем? Не в этот раз. Спасибо. А можно как-то повторять задание? Вот что мне интересно. Навыки навыками. Для них надо всякую херню выполнять. Да и не хватит мне пока. Надо еще 14 очков. Не знаю, может быть как-то и можно. Почему бы и нет? Возобновить, сохранить и выйти. Навыки, изготовление, прогресс. Прогресс. Да, задания компании все пройдены. Дурацкий финал у меня вышел. Зря я его убил, наверное. Хотя, тогда бы показали бы другую концовку. А именно, как мы полетели бы и развеяли бы прах. Так, я точно ничего не могу с этим сделать. Это ж немножко печально. Ладно. Дополнительные задания мы будем проходить в следующей части. Может быть, если как-то можно повторить задание
я узнаю, мы повторим. Ну а в остальном особо, ну как бы вот, опять же, по прогрессу у нас есть 3 задания Шангрила, 4 Йоги Реджи, 3 Лонгина и еще, наверное, должно быть этого на букву Н. Хёрка, типа DLC-шные. Ну, так что увидимся в следующей части. А так, кампания Far Cry пройдена. Не знаю, как-то я все-таки не удовлетворен. Но как есть, так есть. Все, увидимся. Всем пока.